Всем привет, друзья, с вами Нильфгорн, это игра Королевство и Замки. Мы не то что продолжаем играть, я продолжаю играть в саму игру, но мир я выберу новый, потому что в предыдущий я несколько раз такой смотрел, думаю, нет, начну-ка я заново, потому что, во-первых, я там начинал разбираться, да, некоторые моменты не понимал и очень плохо стартовал. Здесь же я постараюсь стартануть намного лучше, чтобы не упустить всяческих разных моментов. На средней сложности начинаем, харда пока нету. И, наверное, вот карту бы только другую выбрать, да? Ну вот, неплохая, но у нас здесь разделение камней, ну ладно, окей. Вот очень хорошая карта. Но плодородных земель как-то мало. Так, ладненько, давайте еще пощелкаем. Вот хорошая карта. Прям вот очень хорошая карта, я бы сказал, да? Или нет? Ну, неплохо. Давайте еще посмотрим. Вот неплохо, да? Где-нибудь вот здесь бы начать. Прям в лесу. Или вот здесь вот начать. Здесь как раз-таки можно. Вот здесь вот тоже поля можно рассадить. Блин, давайте еще посмотрим карту какую-нибудь. Не очень. Тоже что-то не очень. Вот, отлично. В плане плодородных земель и в плане расположения территории. Давайте, наверное, на ней и начнем. Выберу я вот орла, не знаю, назовем его Нильфгард. Город. И погнали. Так, наверное, сразу на паузу нажмем, потому что, ну, нам нужно будет выбрать. Выбрать, где же начинать прям конкретно. И я думаю... Ох, смотрите, с камнем немножечко неудачно, да? То есть камень немножечко неудачно появился. Ладненько. Ну, я думаю, наверное, вот где-то вот здесь я и начну. Вот здесь и начну, вот сюда куда-нибудь поведу. Блин, хотя... Вот сейчас... Ладно, хотя всегда так будет что-то не устраивать. Ладно, давайте где-то вот здесь вот, наверное, начнем. Город-то, да? И, собственно, с него-то и... Вот так вот. Есть, отлично. Отлично, они его сейчас отстроят. И, в принципе, погнали потихонечку, да? Пускай они его строят, но и мы, собственно, начнем... С первого же момента это, конечно же, строительство города. Так, вот здесь у нас главная улица, да? Мы давайте вот так вот. Оп. А, стоп. Стоп. Дерево же у нас не бесконечное, так что нужно это учитывать. С деревом не все так просто, да? Давайте его сразу начнем рубить, потому что пока что я добывать его не могу. Так, да и вообще давайте ускоряем игру. Так, здесь бы еще еду сразу бы сделать, но ладно. Хотя нет, не ладно. Делаем сразу еду где-нибудь, блин. Ну, давайте вот здесь вот пока что. Что-то сразу какие-то проблемы. Так, тащит еду, отлично. Давайте еще один домик сразу сделаем. Так, здесь еще сразу же еду сделаем. Пак. Отличненько. Так, и поле, наверное, пустим... Вот два варианта есть. Либо вот так вот пустить. Блин, здесь, смотрите, супер плодородная земля рядом с водой. Ну, прям, ну, вот супер рядом с водой. Интересно, воду же можно проводить, да? И вот таким образом можно... как это? Плодородную землю, может быть, делать, а? Ребята, вот как вы думаете? Напишите в комментариях, если я воду вот раскопаю, допустим, здесь канал, и плодородная земля тогда появится или что? Ну, вот интересно. Ладно, давайте немножечко вот сюда вот тоже проведем вот так вот. Окей. Здесь сразу же еще пару домов воткнем. Поля делаются, в принципе, ну, в принципе, нормально все. Так, здесь нам, опять же, дерево, куча нужно. Тут, типа, без, вообще без вопросов. Давайте вот эти вот деревья, которые на краю, мы их все срубаем. Сюда мы проводим дорогу и делаем здесь каменоломню. Наверное, сразу две. Дорогу проведем вот так вот, что ли. Хотя, блин. Ну ладно, сейчас что-нибудь придумаем. У меня до сих пор нету дерева. Люди растут, отлично. До сих пор даже нету полей, еще двух полей. Ну ладно. Дома строятся, поля растут. Ну, типа, ну что я здесь сам ничего не могу сделать. Остается только просто тупо ждать. Так, вот этого хватит. Здесь бы сейчас накопить мне дерево, приличное количество, и
Сразу же бы... Вот, кстати, здесь камень можно было тоже делать. Ну ладно. И сразу же поставить добычу автоматического дерева и автоматического камня, да, конечно же. Но здесь 15... Ну да, 15 нужно. Для каменоломни 15 нужно. Есть, 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 ребятки. Отличненько. Давайте, уже гром гремит. Земля трясется, да? Так, здесь... Кстати, можно уже сажать более грамотные поля. Вот, допустим, здесь вот посадим, давайте. Так, отлично. Здесь опять пока что домики будем рассаживать. Вот здесь вот в улочке. Потом перестроим все. Это как бы стартовая локация. Потом я, наверное, буду, ну, более грамотно поступать к постройкам. Подходить, точнее. Так, каменоломня. Все, начала работать. Мне еще деревья. Так, есть деревья. Пошла рубка. Отлично. Здесь... так, на максимальной скорости, на максимальной. Здесь давайте тоже рубку начнем пока что. Очень много людей нужно. Вначале прям вот, ну, тонны, я бы сказал, людей нужно. Прям вот в огромном количестве. Так, здесь чаркоил. Ну, пускай начнем его тоже добывать, потому что они бы не отказались от такой... Великолепные вещи, как отопление домов зимой. Это было бы великолепно. Все-таки люди. Так, давайте, давай, давай, давай. Ну уже. На самом деле сейчас проблема это в первую очередь это дерево. Стоп, стоп, стоп. Стоп, стоп, стоп. Так, скорость понизим. Давайте мы здесь вот. Блин, как бы сделать так, чтобы... Дорогу расширить, а? Дерево-то есть. Ладно, давайте здесь пока камень сделаем. В принципе, посмотрите, склад уже пошел, да? Вот его можно, кстати, вот сюда вот воткнуть. Чего? Чего он там говорит мне? Так, давайте ускоряем. С едой все плохо. Еды просто тупо нет. А, здесь 15. Ну, я надеюсь, они сейчас добудут. Есть еще. Давайте еще добудем. Точнее, еще один сад сделаем. Так, с деревом прям беда, честно скажу. Вот здесь давайте еще убираем и проводим сюда вот еще дорогу. И вот здесь вот ставим... этого, как его? Лесника. Хотя здесь дерево тоже добывается. Каменоломни. Отлично. Добываются. Но опять же дерева нет. Опять же дерева нет. Еды тоже нет. Все печально, все плохо. Ну же, давайте немного... Ну, ладно, ребят, я сам себя сейчас нагнетаю, типа, давайте быстрее, ну же, быстрее, типа. Ну, ладно, как бы, что есть, то есть, чего нет, того нет. Ха, логично. Сейчас в данный момент очень много дерева требуется. Дерево тратится, расходуется сюда и на создание вот этого тоже. Так, окей. Я как бы не против, но хотел бы все-таки... Чтобы дерево еще просто порубили, чтобы оно было. Вот это может быть то, что... Что это за звук сейчас был? Звук такой был, как будто дракон летел. Ну, крылья, да, такой. Рух. Но нет, вроде бы нормально. Ну вот, они начинают жаловаться. Да, слышно же, что дракон. А вот, стоп. Что-то как-то они, честно говоря, очень поздно мне сказали о том, что дракон летит. Я его услышал раньше, чем они мне сказали об этом. Это вот странно. Так, давайте ускоряем. Я сейчас ничего не могу все равно сделать с городом. Надеюсь просто, что... Вот единственное, что я могу сделать, вот это вот. Да. Колодец построить, чтобы получше было. Так. И очень много дерева нужно для того, чтобы, собственно, построить следующее здание. Добычу автоматического дерева. Добычу... Автоматическая добыча дерева, вот. Ну же. Ну же, господа. Господа рабочие. Низший класс. Пожалуйста, работайте быстрей. Ваш король требует работоспособность. Так, вот это здание мне нужно, да? 15 дерева нужно для него. Давай, давай, давай. Так, и готово, 15 дерева у нас есть. И бам, отличненько.
Сюда можно прям сразу дорогу провести. Не знаю зачем. Мне кажется, ну, быстрее бегать, наверное, будут, уж логично. Ну, я надеюсь, по крайней мере, на это. Так, ну, опять же, с огородами непонятки какие-то творятся, потому что я вроде бы пытаюсь, да, огород как-то развить, но у меня безумно... Вот дом загорелся. У меня безумно не хватает дерева. Прям вот до безумия не хватает дерева. И я не понимаю, почему. При том, что... Может быть, людей не хватает? Да нет, вроде бы должно хватать. Ну, не знаю. Ладно, окей. Просто не знаю. Вот и все. Вот честно. Хотя здесь, вот видите, даже всего лишь один человек, да, работает. Здесь 4, здесь тоже 4. В принципе, нормально. Здесь у нас... Ну, то есть, в данный момент сейчас 30 человек вообще население. Да, вот здесь сейчас моргнул один, типа... 67 счастья, 10 еды. Она кончается, конечно, но... Это неизбежно. Неизбежно, что кончается еда. Так. Сами видели, не могу пока строить сюда. Но мы можем, допустим... Мы можем, к примеру, вот так вот. Вот так вот дорогу пустить. Опять же, с лесом проблема. Они даже еще до сих пор это не построили. Очень медленно строят, я не знаю почему. Всего два билдера здесь. Вот лес, ну... ну да, ребят, лес же сейчас еще уходит на чаркоэл. Поэтому он так довольно-таки шустренько кончается. Об этом я немножко забыл. Прошу прощения. С лесом, короче, здесь беда. Вот где много леса. Вот сюда надо прям раз, два, три, четыре добычи, ну, четыре лесника воткнуть, чтобы добывалось прям очень быстро. Тогда все будет в порядке. Вот этот восклицательный знак, он меня, вот он раздражает меня. Они постоянно, смотрите, чего-то требуют. Хватит, может быть, от меня чего-то требовать. Все равно я не понимаю ваш язык. Я такой, я, понимаете, я король из других земель. Я не знаю, что они от меня требуют. Я не понимаю ваш язык, но управлять вами очень-очень хорошо. Ну, типа того. Так, я бы с удовольствием сейчас мельницу воткнул, но, как видите, у меня не очень все хорошо, опять же, с деревом. Боже мой, я не знаю. Так, давайте вот сюда вот, может быть, проведем. Ну как-то вот... Вот так вот, может быть. Вот здесь вот, да, вот воткнем. Вот, давайте вот так вот. Еще одного лесника воткнем. Ну а что остается-то? Больше лесников делать. Больше лесников и... Вот сейчас вот еще парочку домов нужно воткнуть, потому что не хватает уже. Чувствуется, что населения не хватает. С едой, ну, более-менее как-то так, да? 14 из 50. Вот сейчас в плюс пошло. И опять же... Черт, смотрите. Опять же, склада не хватает. Склада. А он у меня 15, опять же... Леса требует. Да вы издеваетесь, серьезно? Люди, давайте, пожалуйста, как-нибудь быстрее развиваться. Давайте, ну же. Еще два леса. Нет. Очень медленно бегают, видите? То есть они тут половину зачем-то ныряют некоторые вообще. Окей. Надо еще парочку домов. Прям желательно побольше. Так, вот этот лес давайте срубим еще. Он на краешке, он точно не задевается мной. Да, то есть я бы еще и вот этот вот срубил. Да и вот этот можно срубить. Блин, да, я начал в таком месте, где не очень много леса рядом. Если бы я начал здесь, то тогда бы... Ну, с камнем... Ну, нет, хотя с камнем не было бы проблем на самом деле. Угу. Возможно, надо было здесь начать, кстати. Ну, ладно. Как говорится, все мы после сильны говорить после. Надо было так делать, надо было сяк делать и тому подобное. Все мы умеем так писать, все мы умеем так рассуждать. Это у нас очень у всех хорошо получается. Вот на данный момент вроде скорость увеличена, да, на максимальную скорость игры. Но такое чувство, что ты такой типа просто на месте сидишь, ничего не происходит на карте. И я знаю почему. У меня... Вот давайте мы вот это здание отключим. Мне не нужно сейчас так много камня. Да. У меня 195 камня, ребят. Я даже это здание отключу.
Ну серьезно, 195 камней, мне не нужно такое огромное количество. Мне сейчас нужны тупо люди. Мне сейчас нужны вот тупо, вообще, ну вот, тупее некуда. Просто я такой типа, люди, приходите в мой город. Я вас, не знаю, накормлю. Ну почему, кстати, почему вот я смеюсь? Накормить раньше это было очень-очень-очень важно. Сытый и человек, у которого есть выспаться, где, то есть маленькая комнатушка и есть что поесть, это уже хорошо живущий человек. Ну, в те времена, по крайней мере. Так что нормально. 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 Так, склад. Вот втыкаем прямо здесь склад еды, потому что у меня проблема. Видите, я прям вон, я вижу, что еда гниет, видите? Яблоки прям вообще... А... Вы слышите, что музыка увеличивается от приближения к городу? Это забавно. Так, окей. Окей, 33. Так, вот сейчас вот неплохо. 34 уже. Вот сейчас уже хорошо. Так. Вот здесь вот по-хорошему нужно еду делать, да? Вот так вот. Хотя мне говорили, конечно, садов больше делать. Ну ладно. Так, куда расширять город-то? Блин, наверное, вот здесь вот я сейчас буду делать себе... Хотя... Нет, давайте вот сюда вот будет у меня распространяться еда, а сюда у меня сейчас будет распространяться город. Наверное, так правильней. Надо сразу определиться направление. То есть по секторам. Мне очень часто говорили в комментариях, строй по секторам, типа... Так круче, и все дела. Я соглашусь, ребят. Полностью соглашусь, что так круче, потому что, ну, так и эффективней. Так, мы здесь сейчас вот так вот сделаем. Здесь еще одного лесника воткнем. Здесь еще сейчас добавим вот так вот. Отличненько. Так, поля. С едой точно сейчас не будет проблем. А, у нас даже два лишних жителя, так что отличненько. Максимальная скорость. Так, камень есть. Так, быстренько смотрим, что мы можем таверну воткнуть. Мы можем вот это уже построить. А, что мы еще можем построить? Уже большой дом можем построить. Так что давайте, наверное... Давайте мы сразу большой дом построим. И где-то вот здесь вот, наверное. Потому что здесь у меня будут идти стены. Я хочу вот главный замок обнести стенами. В первую очередь. Да, ребят, вот так вот. То есть такой вот немножко необычный подход у меня будет. А может быть и обычный, это просто мне кажется, что необычный. Всегда хочется думать, что ты такой уникальный, что только ты эту систему придумал. Ты такой типа, вот это будет новинка, да? А оказывается нет. Нет, чувак, ты не прав совершенно. Так, давайте ускоряемся, сейчас опять же у нас появятся люди. 113 еды, еду надо постоянно добавлять. Отличненько, здесь вот давайте еще вырубим лес. Так, сейчас еще у нас появится. Так, отлично. Еды опять в хорошем состоянии идет. Здесь пока что можно воткнуть. А, нет, ничего нельзя воткнуть пока что. Просто ничего. Так, окей. Так, знаете, что нужно построить? Кстати, вот что нужно построить. Вот прям кровь из носа. Вот где-нибудь вот здесь вот. Воу, сразу видно, что государство выросло, как я начал строить вот эту вот комнату. Эта комната у нас как раз-таки для принесения нам денежек. Ну, понимаете, нам денежки не помешают. Так, здесь опять еще один домик строим. Денежки нам не помешают, нам армия нужна, нам... Ну, вообще, нам все нужно. Так, Charcoal, нормально все вроде бы с ним... Ну, его лишнего нет. Вот я вижу, что его просто лишнего нету. Но здесь вот... Наверное, мы еще-то сейчас построим. Я не могу. У меня, опять же, дерева не хватает. О, боже мой. С деревом это, ну, реально как какое-то проклятие здесь просто. Вот дерево. Я не знаю, почему. Так. Ну, давайте. А почему бы нет? Почему бы нет? Только вот так как-нибудь. Давайте вот так вот построим. Вот так вот даже. Нет, давайте вот так вот. Блин, да...
Ладно. Я просто молчу, потому что вот в такие игры ты играешь такой... Садишься и начинаешь играть, и у тебя все только-только поперло, и всегда так. Если делать серию больше, вам будет скучно ее смотреть. Поэтому, ребят, ставьте лайки, если вам понравилось видео. Обязательно продолжим в следующем выпуске. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, обязательно тогда вам будут приходить уведомления о новых видео. И не забывайте, что игру вы сможете скачать у нас в группе ВКонтакте. Там сложно пропустить альбом с картинками, где есть игра и... В описании этой картинки есть ссылочка на то, чтобы скачать игру. Всем всего, удачи и пока!